Девочки, я не смогла удержаться и не попробовать этот рецепт из интернета для своих волос. Ведь летом так хочется, чтобы они были невероятно красивыми и блестящими. Я приготовила маску с крахмалом для экспресс-восстановления даже самых поврежденных волос. Состав этой маски очень простой. Нам понадобится вода, картофельный крахмал и любой бальзам для волос. На 100 мл воды мы берем 1 столовую ложку крахмала. Я для своих длинных волос увеличиваю пропорции вдвое. В 200 мл холодной воды я добавляю 2 столовые ложки крахмала. Все размешиваю, у нас должна получиться белая вода без комочков. Ставлю ее на газ и довожу до кипения. Крахмал загустеет. Даю смеси остыть и добавляю к ней, в моем случае, 2 столовые ложки бальзама. Вы же помните, что я увеличивала пропорции в 2 раза? Если же вы будете делать эту маску на 100 мл воды и 1 столовой ложки крахмала, значит и бальзама берите 1 столовую ложку. Все перемешиваю. Наносить эту смесь необходимо на чистые, вымытые шампунем без применения бальзама, сухие волосы. Сверху необходимо надеть шапочку и утеплиться полотенцем. Оставляем маску на волосах для воздействия на 30-40 минут. Вот какой результат я получила в итоге. Волосы реально более живые, блестящие, выглядят объемными и здоровыми. Мне понравилось. Буду применять эту маску и дальше, периодически, для экспресс-восстановления волос перед важным мероприятием. А вам эта маска показалась сложной в приготовлении? Будете пробовать применять? Очень жду от вас обратной связи в комментариях. Ставьте свои оценки, подписывайтесь на мой канал Позитив ММ, а также на мой инстаграм Миллион Полезностей. Пока-пока, до новых встреч!